Здравствуйте! Сегодня разберем окислы азота, формулы и названия их. N2O – закись азота, степень окисления – плюс. И второе название – оксид азота 1. Окись азота NO – степень окисления – плюс 2, поэтому второе название – оксид азота 2. N2O3 – трехокись азота или азотистый ангидрид. Степень окисления плюс 3, поэтому оксид азота 3. NO2. Степень окисления плюс 4, двуокись азота или оксид азота 4. N2O4. Степень окисления азота плюс 4, четырехокись азота, оксид азота 4. N2O5. Пятиокись азота или азотный ангидрид. Степень окисления плюс 5, поэтому оксид азота 5. Окись азота NO – несолеобразующий оксид. Его получение N2 плюс O2 при температуре плюс 3000 градусов получается 2NO. Или еще одна реакция – купрум плюс HNO3 получается купрум 2 плюс плюс NO нулевое. Напишем полуреакции. Первая полуреакция. Купрум нулевое превращается в купрум 2+, поэтому отдает 2 электрона. Вторая полуреакция. NO3- минус плюс 4H+, плюс 3 электрона. Получается NO нулевое плюс 2H2O нулевое. Подсчитаем заряды. В левой части уравнения зарядов плюс 3, в правой 0, поэтому плюс 3 электрона. Теперь ставим коэффициенты. Перед купрум 3, перед NO3- минус 2. Складываем эти две полуреакции, перемножая на коэффициенты. Получается 3 купрум нулевое плюс 2 NO3 минус плюс 8H плюс. Получается 3 купрум 2 плюс плюс 2 NO плюс 4 H2O. Теперь под анионами ставим катионы и наоборот. Под NO3 минус мы ставим 2H плюс, берем из 8H плюс, остается 6H плюс. Перед 6H плюс ставим 6NO3 минус. И переносим 6NO3 минус вправо. Складываем, получаем молекулярную реакцию. 3 купрум плюс 8HNO3. Получается 3 купрум NO3 дважды плюс 2NO плюс 4H2O. Получение NO. 4NH3 плюс 5O2 платина. При этом получается 4NO плюс 6H2O. Напишем электронный баланс. Азот минус 3 отдает 5 электронов и превращается в азот плюс 2. Кислород нулевой плюс 4 электрона превращается в кислород минус 2. Теперь ставим коэффициенты. Перед азотом 4, перед кислородом 5. И ставим эти коэффициенты в реакцию, уравнивая дальше. Двуокись азота NO2. Бурый ядовитый газ. Бурый ядовитый газ 2NO2 плюс H2O получается азотная кислота HNO3 и азотистая кислота HNO2. И вторая 4NO2 плюс 2H2O плюс O2 получается 4HNO3 азотная кислота. Получение NO2 2NO плюс O2 при температуре превращается в 2NO2. Следующая реакция. Медь взаимодействует с концентрированной азотной кислотой. Для этого медную проволочку нагревают, раскаляют и опускают в азотную кислоту. При этом получается соль купрум NO3 дважды, две молекулы NO2 и две молекулы воды. Соль плюмбум NO3 дважды при нагревании тоже распадается на плюмбум O, NO2 и O2.